РФ частично приостановила пропуск фур из Украины. На границе с Российской Федерацией из-за сбоя программного обеспечения фиксируется определенное накопление грузовых транспортных средств, движущихся на выезд из Украины. На границе с Российской Федерацией утром в среду, 21 марта, фиксируется накопление грузовых транспортных средств, движущихся на выезд из Украины. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины. По сообщению пограничного представителя Российской Федерации по Белгородском и Воронежском участках, в пунктах пропуска для автомобильного сообщения, напротив украинских пунктов в Сумской, Харьковской и Луганской областях, российской стороной временно приостановлен пропуск грузовых транспортных средств из-за сбоя программного обеспечения таможенных органов, говорится в сообщении. Так, в пункте пропуска Гоптовка, Харьковская область, находится 45 грузовиков, в пункте пропуска Катериновка, Сумская область, 35. Госпогранслужба обращается к водителям, которые намерены в ближайшее время пересечь российско-украинскую границу на этих направлениях, учесть эту информацию и по возможности выбирать другие маршруты. Напомним, 18-19 февраля Россия блокировала пропуск фур через границу в пункте пропуска Гоптовка, Нехотеевка, из-за этого там образовалась очередь из 120 грузовиков. Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmicrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.